Сумма задолженности россиян за год пандемии побила рекорд последних семи лет. По данным напка, в прошлом году банки передали коллекторским бюро дел на сумму 582 миллиардов рублей. Количество работы для коллекторских компаний увеличилось на 5 процентов. Банки чаще стали передавать в бюро дела с небольшим сроком задолженности. В Напко ожидают увеличение долга населения в этом году ввиду дополнительных дел. С прошлого года подробности ищите на нашем сайте.